Меня зовут Акнар Шарипаева, я из Казахстана, представляю династию кубзистов, 9-е поколение. Сейчас я вам сыграю на кубызе 1973 года изготовления, мастер, заслуженный деятель Республики Казахстан Касым, Камар Касымов. Я сыграю сейчас фрагмент из Кюя Ерден, композитор Ахлал Дукенова. Это фрагмент из Кюя Куата Шильдебаева «Кара Кемер». Этот кубыз интересен тем, что он, струны сделаны из кишков, видимо, бараньи кишки. То есть это экспериментальный инструмент. Кюй Ахласа Дукенола «Вой волков». Сейчас в моих руках инструмент подарочный. В 1966 году Алматинская консерватория имени Курмангазы подарила этот инструмент Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Интересен этот инструмент тем, что он четырехструнный кубыз и экспериментальные. Вот две струны, они из кишечной струны, а две крайние, они металлические, скрипичные стальные. Это трехструнный кубыз,
экспериментальный, изготовил музыкальный мастер Михаил Иммануилович Романенко 12 сентября 1963 года в музыкально-экспериментальной мастерской при Алматинской консерватории имени Курмангазы. Сейчас я исполню вам фрагмент романса Хамидии. Особенность этого инструмента, значит, две струны из кишки и вот крайняя струна ми, она из скрипичной, струна из стали. Полностью сыграла романс Хамиди. Это тоже кобыз, так называемый кобыз прима, созданная для оркестра народных инструментов. Здесь у нас тоже экспериментальный вариант. Две крайние струны, и это скрипичные струны, а две внутренние струны тоже из кишков баранов. Я вам сейчас сыграю фрагмент из народной песни «Акпаян». Thank you.
Этот инструмент называется кобыз, прима кобыз, усовершенствованный для оркестра казахских народных инструментов, для расширения диапазона. Этот инструмент четырехструнный, то есть оно настраивается как на скрипке, и струны тоже скрипичные. Изготовлен инструмент в городе Алматы, Республика Казахстан, заслуженным деятелем, музыкальным мастером Камаром Касымовым в 1961 году. Сейчас я исполню фрагмент песни Абая Кунамбаева. Жильсы стынде жарығай. Исполнитель сам регулирует высоту звука. Чуть низко. Это эхгорновский кобыз, это из коллекции Эхгорна. Он, название кобыз, есть гипотеза, что это киргизский кобыз, есть вариант, что это казахский кобыз, а может быть узбекский, может быть каракалпакский. Поднять и будет громче. Так. Не-не-не.
Вначале лучше, да, было? Первую, да? Сейчас что-то это уже. Я все равно с ним подольше позанимаюсь. Это даже старинный инструмент, их горновские. Мне такое ощущение, что исполнитель на этом инструменте был левша. Потому что в другую сторону, да, все. Сейчас приловчусь. Это полное произведение казахского композитора Ахласа Дукенова, родившегося в 1843 году по 1916 год. Кюй называется «Жескиек», «Медная лань». Я ее полностью сыграла сейчас на инструменте из коллекции Эхгорна. Вот. Может быть и киргизские, потому что на кубузе киргизов они в основном играли вот здесь. Вот есть разные произведения, вот именно вот стиль в строе квинты играли. И вот видите, он прозвучал очень хорошо. Вот, то есть, хотя и здесь тоже играли, сейчас попробую. Здесь вот видно, что здесь вот играли на нем. Ну, такое ощущение, что
здесь взяли и, может быть, реставраторы. Здесь было еще массива больше было, но по каким-то причинам, и, может быть, здесь оно это было покрыто чем-то дорогим, и взяли просто ее вот. Да, потому что здесь, видите, признаки и того, что, видите, верхняя часть, она окрашена, полирована, да, а здесь вот как-то вот, видите, вот здесь как будто вот сняли это самое. И вот она неровно идет. Потому что она звучит, на нем играл действительно исполнитель, вот видно, вот по вот здесь натертостям, да. И здесь, видимо, какие-то были, может быть, украшения, да, что вот тоже здесь вот. На головке были, может, предположение, что-то было, что вот тоже, почему здесь трещина, что-то тоже здесь сняли. Вот. И вот сзади тоже, вот видите, здесь вот видно, что она здесь была как бы остатки. Да, здесь было покрашено, да, вот таким темным слой вот есть. И вот слой убрали, и осталась вот, ну, голая, так скажем, древесина. Сейчас я еще один кью сыграю, лебедь. Исполнила полностью кью Ахласа Дукенола Аку, лебедь. Это легенда, произведение легенда. Он есть во всех народностях. Это вообще сам кобыс изготавливают. Он похож на лебедя, если вот сбоку видите. То есть вот головка, лебединая шейка, то есть гуси-лебеди. Потому что академик Алькей Марғұлан считал, что тотем, делая
кобыз, похожего на лебедя. Это он считал, что это чистейший звук в природе. Крик лебедя. Вот. И этот тотем лебедя, он у нас у казахов существует, тотем лебедя. Вот. Это тотем чистоты, непорочности. Вот. И вот сам инструмент такой символический. Вот. Вот. Вы представляете, исполнитель какой был физический, какой у него рост был, какая физика была, представляете? То есть его играли вот так вот и сидя. Здесь не подкреплены, то есть сам видите, он не подкреплен. Здесь нужно поработать. Так, а второй подкреплен. Сейчас. Вот этот просто его. Сейчас я там возьму. А вот этот. А этот все хорошо. Так. Так. Струны. Свежие. Да, здесь подставка очень большая была. У нее. Мне вот даже ее как-то. У меня маленькие. Там нету вот. Там какая-то родная же была такая. Или от того большого кубыза там нету, да? Нету, да? Вот какой-то был этот. Да, вот этот. Хотя вот этот самодельный хоть подойдет, потому что он не подходит. Да, я попытаюсь здесь хотя бы звук, да, представить. Ну, да. Здесь вот это подойдет, да. То есть, изначально, видимо, была вот действительно вот такая подставка. И вот по ней сделали образец. Да, да, вот. Вот это хорошо подходит. То есть, видимо, у вас все-таки была здесь подставка. Вот по образу сделали. Вот. Так. То есть здесь это вот шаманский инструмент, он отличается атрибутикой. То есть здесь вот видите подвески, они вот самозвучащие, вот во время игры вот они вот так вот шумят. То есть здесь сконцентрировано три инструмента. То есть если вот только вот эту часть, это называется асатая. У вас есть, наверное, да? То есть погремушка, да? Вот. Вот. Здесь корпус смычковый, и еще вот можно как бубен его использовать. То есть элементы бубина. Здесь как бы три музыкальных инструмента. Снизу вот кожаная мембрана, она как барабан идет. Средняя часть это значит струна смычковая, и верхняя это самый звучащий асатая. И игралась вот, упиралась на висок.
получается, да, какой-то звук громкий издать? Сейчас. Может, сюда его надо. Сюда. Вот. То есть от положения вот, подставки зависит звук. То есть если удачно мы поставим его, он будет звучать хорошо. Здесь вот следы, что прям вот играли много, ну в основном вот, вот в этой части. Потому что, чтобы здесь сыграть, это нужно уже применить подушечную технику исполнения. Пальцами достают, или у него длинные пальчики были. Здесь флажелатный звук хорошо выходит. Ну вот шаманы, они там особо, им не надо было там прям играть. Главное издавать звуки, вот флажелат хорошо выходит. И они сами как-то шевелятся, и особо у меня нету, как сказать... Усилий я не прилагаю, чтобы это звучало, оно как бы само звучит. Вот так сильно. Во время вибрации уже звучит вот это сами. Я вот так вот не специально, вот не... Ну, есть вот специальные приемы, так вообще здесь звук. Только вот здесь вот. Они вот пели свои заклинания, и просто как аккомпанемент, и вот вставки такие. То есть прям такой виртуозности здесь вот не поиграете.
много пока. Ну хотя у него потенциал есть. Вот это все можно отрезать, они мешают во время игры, и ну, сохранить, ну, если там будут экспертизу делать там волос. А так они дают дефект, ну, так, во время игры. Так. Такие колки я видела тоже в Ленинграде, есть на инструментах. То ли мастер один у них. Колки такие. Да. Или от других инструментах. Вот эти колки. Обычно у нас вот ровно идут. Вот. Особенность этого инструмента. Вот. Колки, по-моему, вот из новые. Не родные. Ну, здесь вы видите, она болтается, то есть пальцем делается регулировка. Вот. То есть такой древний способ. Ну, оно должно быть дугообразно, дерево. Звучит лучше, да, вот есть инструменты, где вот, ну, вот бурдон, вот, вот поплоше, которая струна, она просто вот открытая струна играется, и вот это хорошо получается. А если это так, то на нем в основном это для жирал. То есть есть три типа исполнителей, играющих на кубызе. Это бахсы, шаманы, да, то есть у них атрибутика такая вся шаманская, там погремушки, да, то есть эффектно, чтобы это было. А вторая функция для исполнителей жирал, это у нас певцы, которые исполняют поэмы такие длинные, и он в качестве аккомпанемента идет. То есть здесь вот
когда играет вот на двух струнах, такое ощущение, как будто вот оркестр несколько инструментов играет. То есть вот такая функция. Да, то есть уже там на двух струнах идет, да. А третий тип, это значит, играет на нем исполнитель кише, они только исполняют, и там уже виртуозность требуется. То есть играть и вот в первой позиции, во второй позиции, и вот все звуки там должны, вот, допустим, «Вой волков» я сыграла, да, «Аку» сыграла, «Медную лань» сыграла, то есть на нем все можно играть, на инструментах кобыз, которые предназначались для кюша, да, исполнителей кюша. Должен смычок сейчас. Ой, подставка. Сейчас. О, лучше сдать звучало. Фрагмент кия, где вот использованы вой собаки. Угу. Последнее. Мне кажется, у него больше потенциала. Смотрите, видите, на моем смычке.
родной хороший. Чувствуете, да? Да. Свой родной. Просто вы спрашивали вчера, с какой стороны, да? Одна вот ровненько, другая. Угу. Да? Вот. Вот я сейчас поставлю, так вот надо сфотографировать. Вот, вот так правильно, вот именно вот так. Вот с которой я играю струны, она должна вот под углом быть. А которая с правой стороны, она прямая. Композитора Куата Шлебаева «Кю Кара Кемер». Это инструмент из коллекции Эхгорна, Августа Эхгорна. На нем, если это номер 4, то он записан в документах как каракалпакский. Вот. А каракалпаки использовали его для аккомпанемента. У них в основном в 21 веке сейчас жирау остались. То есть барды, исполняющие на вот на кубызе. Рапсодии пели. Здесь тоже колки уже не аутентичные, но удобные. Намажу я канифолем, обычным канифолем, темным для виолончели. Способ игры в современном Казахстане идет виолончельный у нас. Мы можем и виолончельное произведение сыграть на нем. Звучит. Причем вот чем старее, тем лучше звучит. Заметили? Потому что на нем действительно играли. А более современные кубузы, они экспериментальные, они для опыта. То есть на нем не играли практически, они просто были подарены. Идут без усилия, то есть шумовые звуки, они вот как-то вот так вот корпус так, что они вот сами без усилия создают. Здесь, ну, больше здесь функция, видите, вот эффект, да, то есть здесь может звуки примитивны, а? Да, здесь просто вот эффект, ну, для кочевников.
есть смычок говорит о том, что здесь как бы такой легато не было. То есть здесь больше, видимо, делалось на камлане. Камлане здесь. А для камлане там не надо особо. Там шаман играл просто свою мелодию какую-нибудь такой, напев шаманский, да? Сарын называется по-казахски. И вот, вот здесь больше вот ему нужно было просто звук издавать кобыза, потому что Шокан Валиханов говорил, что на звуки кобыза прилетают духи, ну, то есть по-нашему аруахи. То есть здесь у него была функция просто извлечь из него звук. Я сейчас попыталась реконструировать игру, исполнительскую практику. И вот кубызы и атрибутика, она позволяет расшифровывать исполнительскую практику на кубызе. То есть музыковеды, они как бы только внешне описывают, да, то это вообще новое в музыковедении, вот, и очень сейчас популярное озвучивание исторических инструментов. И чтобы они звучали на концертах, очень популярно в Европе. Вот. И в оркестрах используют тоже исторические инструменты и аутентичное исполнение. И это создает эффект, что вот как будто вы в прошлое заглядываете, в прошлое пространство звуковое. Вот. И вот и вообще сам инструмент, он памятник, вот, и не нужно машину времени, чтобы уловить звуки прошлого. Вот, спасибо музею, работникам, сотрудникам этого музея за предоставленную возможность. Вот, это для меня счастье и миссия. Вот, спасибо вам большое. Я, наверное, впервые делаю, да? Везде впервые. Меня уже в Ленинграде ждут, в Шереметьевском дворце, в Доме музыки, чтобы я лекцию прочитала, дату спрашивают на это полугодие, на этот год. И чтобы я озвучила, в тот раз они меня просили, но у меня времени не было. А у них запись в другом месте, там машину, ну, не организовали машину, это все. И в этот раз уже захотели. Мы все подготовим, только дату скажите. А в Казахстане там есть инструмент дедушки, который в музее находится. Единственный в Средней Азии музыкальный музей, музей музыкальных инструментов имени моего дедушки Ахласа Дукенова. И я сейчас на нем играю. В 2008 году родственники передали музею. За этот инструмент им дали трехкомнатную квартиру в области, в центре. Вот. Мне тоже дают, там оценен в 5 миллионов. Ну, это трехкомнатная квартира. Вот, и я на нем играю периодически, открываю конкурс имени Хласа Дукенова для кобзистов. То есть инициативу я подала, и вот вроде он звучит тихо, а слышно на улице. Представляете, вам не слышно, а прибегают с улицы, говорят, мы слышали звуки кобзиста, сыграйте. И потом на записи тоже какой-то другой звук. Вроде тихо-тихо. То есть вот уникальность звука вообще национального. Контрабас это надо, наверное, играть стоя. Да. Так. То есть это тоже инструмент изготовлялся для казахских народных инструментов по подобию Андреевского, там Осипова, да. И значит для полного семейства. У нас был, значит, двухструнный, трехструнный, четырехструнный, то есть прима-кобыз, бас-кобыз, кыл-кобыз и вот контрабас-кобыз. Вот. А используются они сейчас? Сейчас уже это экспериментально, а сейчас используется просто контрабас. То есть народного инструмента нету, который бы извлекал бас
И там, конечно, используются классические европейские инструменты. Ну, как вот сейчас говорят, Андреевский – это русский народный оркестр, все-таки половина там классические инструменты же. Ну, чтобы полностью было. Да. То есть, как бы, такие инструменты не используются? Сейчас не используются. Но в одно время, в начале создания инструментов, в 30-40-е годы использовали. Но так как вот они непрактичные, то есть, вот это же струны, они быстро портятся, то есть, это экспериментальный вариант. Вот. Или, может, здесь играли. Скорее всего, здесь играли, потому что наклоняться не будут же. Мастер, ценность этого инструмента в том, что мастер, он сам же исполнитель, традиционный исполнитель, он выступал и во Франции, и в Америке, везде просто, в Японии, допустим, он играл лебедя, да, звук лебедя, там выбежали прямо на сцену. Вот, я тоже играла, когда в Казахстане кю-аку, лебедь, к нам приехал. Известный в Европе виолончелист Рамон Яффе, такой виолончелист. Есть, да, слышали? То есть он такой очень известный, и там даже руководитель какого фестиваля какого-то. Вот. И он сказал, что мы, виолончелисты, ищем вот этот звук. Вот.
Сыграю теперь Кю Хласа Дукенула, Каскардну Луа, Вой волков.